Привет, мужчины. Значит, информация следующая. Во вторник, 6 числа вечером в 19:00 по Москве состоится стрим на моем канале. Это прямой эфир, напоминаю, на котором ты можешь задать вопросы. Вот. Он посвящен будет теме свиданий. В преддверии тренинга «Свидание уровень Бог», который будет 10-11 марта. Вот. Здорово! Здорово! Ты круто выглядишь, кстати. Ты круто выглядишь! Ты, у тебя такое лицо, как будто ты не ожидал такого. Нет, слышать. Я круто, вы что, мужики? Я не брила ноги два дня там. На гольдстите. Что? На гольдстите. Почему? Ну мы вообще наглые парни, поэтому да, мы льстим. Ну ты такая интересная, правда. Тебе хорошего дня. Спасибо. Пока. Звук ты какой был. Ты не снимал, Дэнчик? Снимал. Ну да, я не знаю, что там снялось. Не знаю. Это, ну, можешь там, не знаю, не прерывать, а просто, например, соединить и сказать, мы, короче, едем с тренировки. Это мы едем с тренировки. А ты горизонтально снимаешь? Нет. Да, это мы едем с тренировки. Ну как с тренировки? Это мы едем с бега. Вот. Мы решили, как говорил Михаил Горбачев, начать бегать по утрам, но мы уже давно как бы решили начать. Вот, и к чему я все это? Ребята, можно познакомиться с девушкой в любом месте, в любое время. В пробке, вот на светофоре была девушка из мини-купера, но... Ну это, конечно же, постанова моя специально, да, мы заплатили ей деньги, сняли мини-купер, что подъехала в нужное время. А ты же снял мини-купер, да? Да, потому что на самом деле она просто стоит бомжиха. Как было на самом деле? Мы дали бомжихе 300 рублей или сколько там стоит. Как на стуле. Мы сидим в тачке, подходит бомжиха, короче. Ой, вы мне льстите. И потом она еще так, знаешь, на мини-купере, блядь. А я говорю, это был мини-купер. Да, ребята. Кстати, вон мини-купер. Давай нагоним его еще раз. Номер с бомжихой. Не с бомжихой. Там хорошая девушка сидит, которой мы нагло льстим. Так, он такой зеленый военный мини-купер, Денчик. Короче, какой-то спецназовский, блин, нас. Мини-купер для спецназа. Слушай, ну давай мы это. А что, цель-то какая, Денис? Пожелать бобра? Да, ну ты уже вроде пожелал. Подожди. Здорово, еще раз. Мы продолжаем нагло льстить тебе. Дубль 2. А как тебя зовут? Юля. Юля. Меня Вова зовут. Привет. А ты, Юлечка, это, зачем себе зеленый мини-купер взяла? А давай это, чуть проедь и притормози, поболтаем минутку и разъедемся. Да, да, вот там за светофором. Короче, блядь. Кстати, она сказала, что она опаздывает. Мы сейчас как бы посмотрим. Она притормозит. Она сказала, что она опаздывает? Ну да, это. Бля, мы же ей денег заплатили, Денис. Как, блядь, она опаздывает? В смысле? Мы дали 123 рубля, чтобы она там, не знаю. Не тормозит. Да сейчас она затормозит. Она сейчас увидит где-нибудь это. Где может проехать ее этот мини-купер. Я там, конечно, снимаю это. Да какая разница, а в инсту это не выложишь, да, ну, потому почему? Что оно вообще горизонтально, не горизонтально, вернее. Тихо. Сейчас происходит. Тихо. Она что, выходить собралась, что ли? Нихера себе. Здорово. Привет. Кстати, пахнет каким-то этим приятным смещам. Я чувствую, что меня сегодня тут это живой не выпустит. Да ладно, что-то максимум будет классный секс. Слушай, ну мы так поздоровы. Нет, здесь холодно и сыро. Да, вот тоже сыро. Это, а мы с тренировки бегали, поэтому потные, мокрые, вонючие. Ой, хорошо. А что, так не холодно сегодня? А я шарфом заматываюсь, у тебя что-то волосы. Да тут много всего. С района. Да. А че, кем работаешь?
бухгалтеру. Офигеть. Давай это, номер, мы поедем, холодно. У тебя, давай. Видишь, военная пряжка такая солдатская. Нормально. Ну, клевая солдатская пряжка. Ну, чего, куда? Давай, записывай на свой и делай дозвон. Вернее, знаешь, как сделал? У меня он сейчас сдох. Ты мне просто минут через пять, ну, смс не кинешь, ладно? Давай, я сделаю сам все, что надо. Я побежал, короче. Ты так смотришь, чтобы я не вел, короче, какой-нибудь... Вот ты просто чуть-чуть попозже, через прям 5 минут. Там же придет сообщение о том, что вам звонили, нет? Так не будет? Возможно. Короче, Юлец, мы тебе просто хотели пожелать там доброго утра. Давай я тебе внимательно. Что-то прям сегодня с утра на перебор. Вот такие спортсмены. Чего мы, какие? Спортсмены. Блин, у меня как это весна, что ли? Это сегодня там 3 или какой 4 марта? Да, конечно, какая весна. Такой дубак. Давайте вам тоже хорошего дня. Счастливо. Прикольно, что вы такие смелые. Да не, мы сын на самом деле. Напились. Завтра во вторник в 7 часов вечера по Москве стрим по теме свиданий, то есть буду отвечать только на такие вопросы. Жду тебя в прямом эфире, увидимся. Ссылки не будет, это все будет в прямом эфире на моем канале. Как-то так. Пока.